19.16 поступило сообщение с дежурной части МВД России по городу Рай о том, что напротив церкви по улице Дагестанской молодой человек совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Со слов водителя автомобиля было установлено, что из-за погодных условий, а также, что его ослепило впереди движущее транспортное средство, он не заметил пешехода и поэтому совершил наезд. Данный пешеход доставили на приемный покой города Урая.